Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Bloodborne. В общем-то, как видите, у меня новый сет брони. Как я его выбил, вы можете посмотреть, тыкнув на аннотацию. Я провел стрим по данжам, он там 2, почти 3 часа идет. В общем-то, давайте почитаем про этот сет. Доспехи из костной золы, которые носили самые старые хранители. Хранители, которые стерегут сон великих, получили вечную жизнь, сохранившуюся в виде пепла от церемонии огня, что сжигал тело и душу. Теперь их хрупкие доспехи стали белыми и жесткими. Окно в утерянное и таинственное искусство. Угу. И помимо всего прочего, тоже также появились новые предметы. Сейчас я вам покажу один. Где-то здесь, да, вот. Костяной клинок шамана. Костяной клинок, покрытый отвратительным ликвором. Используется хранителями старого лабиринта, особенно теми, кто возглавляет ритуал. Когда жертва разрезается таким клинком, зеленый линквор временно влияет на органы чувств, нарушая у цели общую мониторику. Этот клинок никогда не был предназначен для схватки. Он эффективен при глубоком разрезе, но ломается. Вот такие вот пироги. И также, если с этим мне сказали, что появилась новая пуха, я ее уже нашел, но стоит она 60 тысяч, поэтому у меня по ступе денег пока что на нее нет, ребят. Вот. Розмарин. Особенное оружие, которое использует хор высокопоставленных представителей церкви исцеления. Выпускает облако священного тумана, созданного посредством ртутных пуль, в особом составе которых есть кровь. Везде, где виден священный туман, слышны арии. Это доказывает, что он является благословением свыше. О, прекрасная дева, чего вы плачете? Такие вот пироги. Также вы мне написали в комментариях, что нужно было одеть корону после убийства этого лагающего. Как его зовут-то, господи, я забыл. Но очень похоже на лагающий. Нам нужно в покинутый замок Кейнхёрст подойти к трону, одев корону, после чего мы переместимся в какую-то новую локацию. Окей, давайте проверим. Сразу одену корону. Кстати, да, я еще забыл прочитать про эту штуку. Колпак с повязкой на глаза. Одеяние хора высокопоставленных представителей церкви исцеления. Члены хора одновременно высокопоставленные клирики церкви исцеления и ученые, которые продолжают работу, начатую в Бюргенверте. Завязанные глаза свидетельствуют об их долге перед участием мастера Вильяма, хотя их пути разошлись. Вот так это все дело выглядит, ребята. Довольно странно, должен отметить. Но мне нужна корона иллюзий. Погнали. Нам нужно дойти до босса. Я уже поупешился, ребята. Хочу сказать, что проблемы с коннектом имеются. И почему же, наверное, вы спросите, нифига мне не получалось поупешиться до этого. Да дело все в том, что если у вас нет соединения, то есть вроде как бы, ну, колокол. Позвонили в колокол, вроде типа идется, типа ищется другой колокол, но ничего не происходит, то просто вырубите игру, перезапустите. Я просто давно игру, ребята, не перезапускал, потому что я ставил консоли в сонный режим. И поэтому ко мне никто не вторгался, и я никому не мог вторгнуться. Короче, пвпшился. Ну там такой, 50 на 50 побед у меня. Ну, очень много лагов в пвп, очень много лагов. А помимо всего прочего, все лечатся. Это, ну блин, там вроде как бы прикольно, когда попадается честный человек. А вроде, блин, какой-то бред. То есть там вот реально уже почти казалось бы, победа у тебя в руках, он херакс отходит и лечится. Плюс еще один такой серьезный минус, который был мною замечен, это то, что когда вы, допустим, ну, подрались, да, допустим, с персонажем, точнее, с человеком, потом вас возвращают обратно в ваш мир. Так вот, аптечки и патроны не восстанавливаются. То есть получается, для того, чтобы после PvP восстановить аптечки, нужно вернуться в сон охотника, потом вернуться опять на эту локацию, да, у вас все будет. Это полный бред, и я надеюсь, что это исправят в ближайшем патче. Потому что, ну, нереально. Бывает так, что очень много патронов уходит. Почти все. В PvP и почти все лечилки, блин. А потом тебе приходится возвращаться в сон охотника. Короче, мне как-то это не особо понравилось. Итак, вон я вижу трон. Пошли. Также еще сказали, в почести хора там нужно будет найти ключ, но это об этом я скажу чуть попозже.
Ого. Интересно. Ну, допустим. Тут ничего нету. Кстати, мне писали, что есть, по-моему, где-то катана должна быть. Вы мне напишите в комментариях, потому что я что-то пока что не вижу ее. Может быть, где-нибудь я сейчас впереди она будет лежать. Но пока что я ее не нашел. По краям ничего вроде как нет. А. Как там преклонить колени? Сесть. Нет, подожди, может там есть какой-то особый жест? Переключить. Молиться. Наверное, вот этот жест нужен. Нужно ближе подойти, наверное, да? Потому что игрался Виталий, Виталий говорит, пришел, она послала его куда подальше. А, понял, вот нужно в этот на сюда вот встать и преклонить колено, понял. Вот. Visitor. Moon-scented hunter. I am Annalise, queen of Castle Kanehurst. Ruler of the Vile Bloods and sworn enemy of the church. Yet our people are murdered, and we are prisoner to this wretched mask. What is it thou art in search of? Принести клятву нечистокровным, окей. Well, well. An odd hunter thou art indeed. We've tired of these piteous nights. Share in our plight. And take oath against the church. If thou wouldst this path walk, I prithee, partake of my rotted blood. Very well. Drink deep of our blood. Feel the spreading corruption. Now, thou art too a vile blood. We too, the very last on this earth. Разложение и значок Кейнхёрста. Угу. Уважение. Нет сгустка крови, хорошо. We await thy return for the honor. Теперь нужно вернуться к тому чуваку, как мне сказали. Подожди, а вот что там была за какая-то руна? Была типа новая. Символ клятвы нечистокровных. Тайный символ Кэрилла, мастера по рунам из Бюргенверта. Некоторые руны содержат элемент крови и руна разложения. Элемент кровь и руна разложения, ассоциируемую с клятвой нечестивых. Нечистых. Эту клятву приносят нечистокровные Кейнхёрста, охотники по происхождению, что ищут для своей королевы останки в холодной крови, особенно других охотников. В глазах церкви нечистые еретики, заслужившие лишь гнева палачей. Угу. И какой-то там еще был предмет. Это какой-то ключ? Дали мне. Да. Значок королевской стражи Кейнхёрста, преданных охранителей королевы нечистокровных Анализы. Нечистокровные охотники по происхождению. Они охотятся и ищут сгустки крови. Охотник, который присоединится к ним, встанет перед выбором просто позаимствовать их силу или стать одним из них, сердцем и душой. Угу. Неоткрытые повестки. Ключ какой-то, да? Старые повестки, призыв кого-то в Кейнхёрст. Старая повестка с печатью. Первое в своем роде приглашение в Кейнхёрст. Но для кого оно неизвестно, поскольку отсутствует адресат. Ага, ясно, хорошо.
Теперь у нас есть повестка. Давайте еще все внимательно осмотрим, а потом пойдем к этому белому чуваку из церкви и отдадим ему эту самую повестку. По идее, его же нужно пригласить, правильно? Здесь больше, я так понимаю, ничего нету, да? Ага, больше ничего здесь нет. А вот, слушайте, фонарь-то точно. Погнали, сейчас одну секунду я поменяю. Итак, давайте глянем, может быть, что-нибудь здесь появилось в ассортименте. Так, тут ничего не вижу. Вот, Чикаго. 50 тысяч, что это как раз таки та самая катана. Иноземное оружие королевских стражников, которое охраняет анализу королевы нечистокровных в замке Кейнхёрст. Когда фигурная гравировка, покрывающая клинок Чикаги, наполняется кровью, меч пьет, поет алыми тонами, однако ритуал разъедает саму сущность владельца. Но тут нужно, по идее... Подожди, нужно 12 оттенков крови. Получается, нужно 2 уровня прокачать, чтобы я мог одеть эту штуку. Окей, потом посмотрим, что это такое. Еще что-нибудь? Добро или нет? Вот, слушайте, точно. Ну, конечно, ценник адский. Серебряные доспехи королевской стражи, которая охраняет анализу королевы нечистокровных в замке Кейнхёрст. Говорят, этот тончайший серебряный доспех отражает кровь злую и позволяет королевским стражникам ловить добычу для своей любимой королевы, чтобы однажды та могла родить дитя крови. Угу, интересно, интересно. Нужно будет купить, ребята. Но стоит этот сет, считайте, это просто какое-то невероятное количество. Так, это 42, 86, 106, 113 тысяч, ребят. 113 тысяч нужен для того, чтобы купить этот сет. Я обязательно это сделаю. Давайте посмотрим, что появилось у тех торговцев. После мы двинем в соборный округ. О, подожди. А, да, вот здесь они. Ничего, ничего. Нет, ребята, ничего абсолютно не появилось у них. Что ж, погнали в соборный округ. Так, я на месте. Кстати, да, я забыл руну поставить, но я ее поставлю, когда вернусь в сон охотника в следующий раз. Нам нужно идти на площадь. Да, я еще поменял кучу всяких этих камушков на мой меч. Там дамаг бешеный стал. Если говорить откровенно. То есть этих вот гигантов я просто уничтожаю. Все. То есть, ну вы понимаете, да? Там какой-то я поставил какой-то камушек 12 уровня. Безумно редкий. И, в общем-то, он довольно-таки сильно повысил дамаг. И там снял еще такие парочку, которые нафиг не нужны. Нам нужно сейчас, по идее, налево, где сидит гигант, да, здесь. Давайте мы его тоже загасим по-быстрому. Осколок кровавика. Так, святой отец. Ртутные пули мне пригодятся, то я уже какое-то невероятное количество потратил. Надеюсь, он здесь. Да, вот он. Just tell me what... Передать неоткрытые повестки. Aha. Is that the sigil of Kanehurst? I've heard tell of Kanehurst nobles and their amusingly pompous invitations. Wonderful. I thank you profusely. I will depart immediately, but first, a token of my gratitude. Значок охотника с колесом. Церковный поклон. I feel my master's hand at work. Praise the good blood. And let us cleanse these tarnished streets. It has been an honor, but I must say goodbye. Let us cleanse these tarnished and may the good. Понятно. Я так понимаю, что он отправится в Кейнхёрст, но потом, в общем-то, мне напишите в комментариях, так ли это. А пока что давайте прочитаем про этот значок. Мученик Лагариус возлагал
возглавлял банду палачей, и этот значок был изготовлен в их специальной мастерской. Колесо символизирует праведную судьбу. Их мастерская была скрытым островком мистических верований и горячего фанатизма. Становым хребтом уникального правосудия палачей. Окей. Так, я могу моментами подтупливать, ребят, при чтении, потому что у меня начало 6 утра. Погнали, значит. А где у нас ближайший фан... А, в принципе, нафига бежать, если же можно эту херню заюзать? Так, все, ребят, я на месте. Это хор. Также мне скажут немного более внимательно, детально обследовать локацию для того, чтобы найти ключ от той самой двери. И за той двери меня ждет босс. Какой босс, я не имею ни малейшего представления. Сейчас их поубиваю, чтобы отголоски крови. Всегда назад, 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 аккуратно. Пузырьки крови мне не помешают, хотя там уже подкупился и будет невероятное количество. Надо патронов будет потом купить. И броню обязательно. А снова эта потрясающая музыка. Заперто устройством. Походу дело босс будет именно здесь, ребят. Или там, или не знаю даже. Прощай, мой друг. Ой, тут до хрена. Черт с ними. Ой, куда это я? Ну, молодец. Я могу. Вот, сука. Так, окей. Здесь святой отец, надо его гасить. Ртутные пули. Блин, где-то здесь должен быть ключ, по идее. Но где конкретно, я не имею ни малейшего представления, ребята. Опа, нахана мне, да? Нет, нормально, я жив. Ага, здесь у нас очередной святой отец, ну его нахер, ребята. Не хочу я с ним связываться. Где же тут может быть место, которое я пропустил? Вот что меня интересует. Но нужно внимательно осмотреться. Отдыхай, друг мой. Так, ребят, давайте, наверное, что-то сделаю. Я отключусь тогда, чтобы вас не парить. Как только я найду то самое место, я включусь. Так, все, ребята, я на месте. Это было что-то невероятное. Здесь было такое количество мата, что вы себе просто представить не можете. Ключ я нашел. Как, где он находился все это время? Нужно было убить одного из отцов святых. Находился он там. И, кстати, вы можете посмотреть в правый верхний угол и глянуть, сколько у меня озарения. У вас, наверное, сейчас возникнет вопрос. Наверное, насчет это потратил. Нет, ребята, это от святые отцы. У меня столько его отсосали. Это было что-то невероятное. Я не знаю, сколько раз я здесь сдох. Они какие-то просто, я не знаю, адовые эти. Я вообще не знаю, короче, как с ними нормально справляться. Сколько я не пытался, сколько я не пытался их парировать, сколько я их не бил. У них абсолютно какие-то дебильные атаки, которые хрен предугадаешь. То ли он бьет просто, то ли он пытается тебя схватить. И не понимаешь. И везде тайминги разные, блядь. Короче, тут я не знаю, уже все, что только можно, материл. Короче, это был кошмар. Бешеная холодная кровь. Ну вот срезик, наконец-таки нужно его открыть. И скорее всего где-то там будет сейчас ждать меня босс. Если я не ошибаюсь, опять же. Но босс, я более чем уверен, будет вообще адский. Я не смогу его вывести с первого раза, поэтому мне придется сейчас идти еще и фармить аптечки. О, еще и ты здесь. А, ну да. До свидания. А, да.
Точно, я же забыл прочитать про ключ вам, ребята. Точно, точно, точно. Ключ от приюта, где родился хор. Приют, стоящий в тени главного собора, был местом обучения и проведения опытов, где юные сироты стали сильными, невидимыми мыслителями церкви исцеления. Хор, который позднее расколет церковь исцеления, был создан приютом. Вот такие вот пироги. Тут, походу, дело локация-то не маленькая, судя по всему, да? Время для огонь. То есть намек мне ставить бумажку. Туалетную огненную. Но у меня ее нет, тупо. Это печаль. Это печаль, ребята. Тут ничего. Сейчас будет босс, да. Наверное, какой-нибудь большой грибочек. Посланник небес. Вот это херово, конечно. Уже. Подожди-ка, они возрождаются. Может, не надо их убивать вообще? Где находится посланник небес? Нужно его искать, ребят, походу, потому что, походу, дело эти уродцы будут спавниться бесконечно. А, подожди, нет, слушайте, здоровье сносится. За убийство каждого грибочка сносится здоровье. Да? Или какой-то грибочек из этих как раз таки и есть тот самый, который мне нужен. Я правильно понимаю? Да. Это типа, помните, ту крысу из второго Dark Souls? Да, нужно искать. Окей. Так, давайте вот так вот сделаем. Понятно. Вот этот вот, который не нападает, вот он мне не нужен. Отходим! Вот он. Охренеть. Я так и знал, что будет грибочек. Назад! Ох ты, ёпта. Даже мне считают, что где-то окно есть какое-то. Которое нужно будет разбить. Но какое, непонятно. Назад! Не, ну босс несложный. Этот несложный босс сейчас меня уничтожит нахер. Назад. Ой. Так, окей. Они просто не дают мне к нему подойти. Сука. Да и судя по всему, огонь тебе не помешал. Назад! Давай еще разок. Все. Не, босс не сложный. Причащение. На. Давайте посмотрим, что это за руна. Увеличь максимальный объем пузырьков крови. Увеличь максимальный объем пузырьков крови. Еще больше. 4 пузырька можно теперь. Окей, надо будет поменять, как только мы сюда попадем. Итак, давайте посмотрим. Говорят, что здесь где-то окно какое-то есть. Вот это, по-моему. Нет? Нет. И это не то. Но это не окна. М-м-м.
Это тоже не то, что мне нужно. Так, что-то я пока не понимаю. То ли он это должен был сделать, то ли я. Это я вообще не понимаю, зачем нужно. Фонарь вон появился. А, вот это окно. Время для скрытый путь. Не дай себя обмануть. Вот она как. Окей. Ух ты, а это мы где? Здесь, наверное, еще один босс будет, да? Или нет? У меня 40 тысяч уже есть. Зов вовне. Один из тайных ритуалов хора. Давным-давно церковь использовала фантомов для достижения высшего слоя тьмы, однако она не смогла установить связь с внешними границами космоса. Ритуал не смог достичь поставленной цели, но вместо этого создал небольшую взрывную звезду, которая теперь является мощным оружием в арсенале хора. Порой неудача — это мать изобретения. А, понятно теперь, я даже знаю, что это за херня, что она делает. Короче... Так, отдыхай, друг мой. Ну, здесь вроде все. Поехали вниз. Сейчас главное не потерять кровь. Довольно странно, да, выглядит все это дело. О, ребят, там еще один босс. Так, окей. Давайте сначала вернемся. И купим, наверное, новую броню или что там получится. Сколько она там стоит, я уже не помню. Кажется, по-моему, 40 ракет. Потому что, ну, это слишком опасно идти дальше. Это, походу, дело последний секретный босс. Останутся только, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 сюжетных. Туда я вернуться уже не могу, ребята. Так, я на месте. Давайте купим. Хотя, наверное, лучше было бы прокачаться. Но я думаю, справлюсь и так. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Золотой Ордео. Странный шлем, который носили в банде палачей под предводителем мученика Лагариуса. Конический золотой шлем – символ палачей, олицетворяет блеск амбиции, непреклонную решимость в борьбе с грязью и крепкую золотую волею. И крепкую золотую волю. Тьфу ты, блин. Решимость в борьбе с грязью, крепкую золотую волю. Как сказал однажды великий Лагариус, добрые деяния не всегда мудрые, а злые деяния всегда глупые. Но так или иначе, нам всегда надо стараться быть добрыми. Угу. Там, может быть, еще ничего появилось? Нет. Или оружие, может, какое-нибудь? Да, колесо Лагариуса. Оружие, которое когда-то носили в башне палачей мученика Лагариуса. Его использовали для расправы над нечистокровными в Кейнхерсте. Вымоченное в лужах их крови и навеки пропитанное их гневом. Трансформируйте его, чтобы выпустить силу колеса и явить их давнюю ярость во всем своем великолепии. Очень странное оружие, как по мне. Здесь ничего. Давайте посмотрим, что там за новый доспех. Вот так вот он выглядит. Кстати, довольно неплохо внешне смотрится он. Конечно, желательно купить полный сет, чем мы и займемся попозже. Давайте, наверное, сменим. Что-то пободрее было, я думаю. Ладно, пускай будет. Ну, эти штаны не смотрятся никак. Ну, пускай будет как-то так, наверное. А теперь нам нужно... Кстати, у меня аптечки. Аптечки закончились. Да что ж такое? Может, здесь что-нибудь появилось? Мгла оцепенения появилась. Окей. Все. Больше ничего здесь нет. Нет.
Давайте хотя бы попробуем, может быть, у меня что-нибудь да получится. Кладбище черного чудовища, сады светящихся цветов. Вот это, по-моему, да, то самое место. По-моему, да. Погнали. Ну что ж, ребята, пожелайте мне удачи. Ни с кем я здесь сражаться не буду, просто сразу бегу до босса и посмотрим, что у нас получится. Не, ну бронька прикольная. Спокойствие, только спокойствие. Так, окей. Ну что ж, это дракон, что ли, или что это такое? По всей видимости, да. И по всей видимости, мне сейчас будет очень больно. Где там что-нибудь было? А, у меня нет патронов. Ладно, алтарь отчаяния. Это что за херня? Это босс или нет? Нет, но это можно прицелиться. Это какое-то дерево. И если сейчас я его буду атаковать, то скорее всего оно оживет. По всей видимости, да. Я даже не знаю. Ладно, давайте попробуем. Ух ты, ёпта. И Проитос, дочь космоса. Ну давай, дочь. Назад. Ну да, дамаг не супер, конечно. Потому что, судя по всему, нужно бить по голове. Черт. Аптечек маловато, конечно. Да, здоровье до хрена у босса, ребята. Нормально, нужно по голове бить. Ого. Безумие, безумие. Успокоительного нет, вот черт. Херово. Давай. А не спадает потихоньку, спадает, ну-ка. Сейчас подождем. Не смотри на него. Понятно теперь, как эту тварь убивает. Ну давай же, скотина.
уже. Что ты еще умеешь? А, ясно, окей. Тихо, автоприцел. Давай, упади же. Что такое? Вот теперь бежим, что-то не так. Что-то не так. Смотрите, какая там аура. Вот черт, проклятие. Ой, тьфу, это безумие. Боже, ну! Да куда ты, ёпта, за ноги? Чёрт, что это такое, блядь? Так, ребят, пошел я фармить аптечки. Я не знаю, что это за хрень, но она какая-то странная. Так, ребят, ну что, пожелайте мне удачи. Кстати, да, я еще купил часть сета. Я купил тампоношки и шлем. То есть шлем довольно-таки странный на самом деле. Окей, надеюсь, что в этот раз у меня все получится. Хотя я, на самом деле, сомневаюсь в этом, но... По крайней мере, теперь я знаю, как эту тварь убивать. Подожди. Пускай она прыгнет на меня. Вот, блин, косячу, подожди. Стою. Опа-на. Достала все-таки меня. Блин, достает своей второй клешней. Вот сука. Так. Тихо назад. Что-то я косячу. Вот, блин, слушай, что-то она какая-то жесткая стала, или мне кажется. Вот, блин, второй клешней достает и все. Ох ты, ёпкую за ногу. Так, надо быть, короче, аккуратнее. Пошли за спину. Вот, блин. Так, аккуратней. Что-то я вообще косячу, блин. Все так неплохо начиналось.
Ух ты, ёп! Прокостячил. Так, отходим срочно. Ждем, пока закончится, ребята, безумие. Блин, у меня 10 аптечек, слишком много я потратил. Нужно как-то посерьезнее к этому относиться. А, вот, блядь. Чё-то не могу увернуться ни хрена, и все. Вот, блядь, вот цель что творит. Очень сложно увернуться вообще от этого удара. Да блин! Чё такое? Вот! Есть! Это что такое? Блядь! Что происходит? Где я вообще? Да, вот этого что-то я не ожидал на самом деле. Блядь, что за говно? Пиздец! Это как понимать? Ядрите, ребята, это какой-то пиздец. Охуеть!
Нет, нет. Да что такое-то, блять, а? Да блять! Thank you.
хотите убить-то, блядь? На сегодня хватит. Я уже записываю эту серию. Третий час. У меня сил уже нет. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Короче, все вы знаете. Я, блин, все, я пошел отдыхать. Я уже, я все, нахуй. Пизду.